Жаркое лето – это самое время прохлаждаться на берегу моря. Но не все могут воспользоваться такой возможностью, поскольку в это время начинается уборка урожая. Палящее солнце не щадит никого, но работа есть работа. Чтобы узнать, как обстоят дела в этом году на полях, мы решили отправиться во владение «Агроглет». Первая категория урожая – это горох, ячмень и рапс – уже собрана. Сейчас идет уборка пшеницы. Начали мы уборку 26 числа июня. В целом первая группа у нас 6 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом урожайность у нас чуть меньше. Это ввиду того, что был весенний снегопад. И зимы осенью сели сухую засушливую почву, то есть это тоже сказалось. Ежедневно на полях работают 22 единицы техники и 50 человек. Комбайнеры, дежурные, те, кто задействованы на взвешивании и другие. Не так давно у них не было тех условий, в которых они работают сейчас. Это все благодаря новой технике, которая облегчает труд под открытым солнцем в такую жару. Когда машина в хорошем состоянии, а управляет ей мастер своего дела, то, соответственно, сама работа будет сделана, как полагается. Единственное, что может помешать в уборке урожая, это непогода, но ею невозможно управлять. Работа у нас идет хорошо, все нормально, в порядке. Работаем спокойно, все нормально. Немножко медленно идем, потому что пшеница повалена, немножко ветер, дождь помешал. Ну так, в основном все нормально. Рабочий день идет нормально. Урожай так в среднем 50-60 центнеров с гектара. Тоже неплохо, но стараемся, надеемся на лучшее, но чуть побольше. Да, на такой технике все хорошо. Техника новая, комбайн в этом году привезли новый. На нем не то, что работает. Отдыхаешь. Выводы по урожайности пшеницы пока делать рано, так как именно сейчас ее собирают. По первой же категории уже есть итоги. Мы имеем первые группы в районе 17 277 гектаров. Убрали полностью рапс 2180 гектаров. Урожайность составила 25,5 центнеров с гектара. Убрали горох с площади 770 гектаров. Урожайность составила 29 центнеров с гектара. Озимый ячмень закончили на площади 1700 гектаров. Урожайность составила 36 центнеров с гектара. Пословица гласит, что посеешь, что и пожнешь. Но результаты зависят не только от того, кто сеет и пожинает. Очень многое зависит и от погоды. По словам начальника управления сельского хозяйства, убрано чуть меньше половины площадей со всего района. Но результаты на этот момент уже неплохие. Пшеницу убираем пока на уровне прошлого года. Это предварительные данные оперативные вот по урожайности, по сборам. И сказать однозначно, что мы убираем на уровне прошлого года, оно есть. Сегодня есть на полях. Все. Но говорят как, когда в амбаре, тогда уже можно говорить, что оно есть, оно наше. Сейчас говорить сложновато. Погода диктует свои правила, и не всегда удается выполнить свои планы. Даже кратковременный дождь может остановить работу на целый день. Если не будет осадков, то окончить уборку планируют уже в конце следующей недели.